Сейчас вот мы все стоим, она лежит спокойно, лежит чонок. Агрессивная. Это вчерашние кадры из Центра развития общественного контроля. Рядом собака и маленькие дети, и взрослые. Дело в том, что у жильцов этого дома накипело. Местная любимица. Собака Эмили появилась здесь, во дворе по улице Чайковского, около года назад. Дети, которые живут здесь же, ее очень любят. Взрослые кормят и убирают. А волонтеры даже поставили собственную будку. Правда, вот животное не всем нравится. Эмили прибилась во двор, будучи еще щенком, и сразу стала центром внимания. Никогда никого не кусала, не кидалась и совершенно не проявляла агрессии к человеку. У Ольги Щербаковой 10-летняя дочь. Женщина шутит. Если видим из окна пушистый хвост, ребенок в порядке. Эмили рядом. Собака стала своего рода хвостатой нянькой. Ситуация такая, что кто-то травит собаку. Собака со щенками. Хотим, чтобы никто не трогал больше собаку. Она очень любит детей. Они с ней играют, ластятся. Волонтеры нам поставили будку, дети ее разрисовали будку. То есть свободно подходят. Мало того, что травили, от этого погибли четверо из семи ее щенков, так еще и пытались задушить. Жильцы по улице Чайковского возмущены. Зверство. Оставьте собаку в покое. Она на цепи, в будке и совершенно никого не трогает. Но я вот каждое утро иду на работу, я ее кормлю. Она меня встречает, прям видно, что она сидит, ждет. Что человек, ну, она, во-первых, знает людей, которые к ней подходят. Она не агрессивная, не кидается. А вот зуб на собаку точит некий Евгений Поспелов, который даже не живет в этом дворе. Завалил жалобами администрацию города и прокуратуру. Жители пошли с ответным обращением. Свою Эмили они в обиду не дадут. Как только четвероногая подруга выкормит щенков, их раздадут, а саму собаку стерилизуют. Полина Назарова, Руслан Шалгынов, РТС.